Дворовый мундиаль в самом разгаре. В Северной Осетии стартовал республиканский этап турнира юных футболистов «Кожаный мяч». На площадке стадиона «Юность» вышли 22 команды. Все они – лидеры районных и городских турниров. Игры проходят в трех возрастных категориях. Матч длится не 90 минут, а всего лишь 45. Во всем остальном – полноценный чемпионат с болельщиками и футбольными звездами. И как бы ни старались организаторы утихомирить спортсменов, дворовый футбол порой не перестает быть грубым и азартным. Фолят так часто, что тренерам приходится вести разъяснительную работу со своими подопечными. По словам специалистов, у наших ребят есть все шансы на победу во всероссийских и международных соревнованиях. В младшей возрастной группе у нас играло 7 команд, и там победителем стала команда «Лагир», которая в конечном итоге будет представлять нас в национальных соревнованиях в Краснодарском крае. Такая же цель стоит и перед теми, которые вот сейчас играют. Это средний возраст, которым 12-13 лет, и те, которые постарше 14-15 лет. Игры, которые мы посмотрели, мы видим, что мастерство достаточно высокое, видим, что достаточно хороший футбол показывается, и надеемся, что так и будет до конца. Турнир «Кожаный мяч» – крупнейшие массовые всероссийские соревнования по футболу среди детских любительских команд. С этого турнира начался звездный путь многих известных российских футболистов – Станислава Черчесова, Юрия Газаева, Владимира и Георгия Габуловых, Алана Дзагоева. Славные традиции турнира продолжаются. Земфира Лулаева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.